Юная волгоградская вокалистка Диана Сокаджо заняла первое место на 8-м международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Очарование Богемии», который проходил в Праге. Диана стала не только лучшей среди десятков исполнителей в номинации «Эстрадный вокал», но и получила специальный приз от жюри мероприятия за лучший вокальный номер. Песни американской певицы Бьонсе Лисон 16-летняя волгоградка решила покорить жюри международного конкурса и не прогадала с выбором. Девушка из России смогла лучше всех исполнить композицию на неродном английском языке. И как признается Диана, она ехала за наградой в номинации «Эстрадный вокал», но вернулась домой с еще одной победой. Вот это тот самый специальный приз за лучший вокальный номер, best vocal performance, как там говорится. И вот они такие разные, большие. То есть вторая награда – это та, которую ты не ожидала? Да, было вообще неожиданно, когда я думала, мне, ну, первое место, я уже очень радовалась. А когда вызывали за какие-то специальные призы, и тут вот этот вообще приз, я вообще в шоке была, выбегала. Ну, вообще неожиданно было очень. Таких высоких результатов девушка достигла, несмотря на то, что является студенткой только первого курса Волгоградской академии искусств. И, как признается педагог-вокалистки, хоть они и занимаются, репетируют часто, музыкальность и великолепный голос у Дианы от природы. Учитель только развивает и совершенствует этот дар. Острее сделаем, ты плосковато. Острее. Еще давай, еще чуть-чуть ниже. А если резко сразу? Вот она даже в распевку вкладывает душу и прямо вся вот поглощается этим процессом. И, конечно же, что касается уже произведений, ну, там уже душа нараспашку, я называю «Диана, ты космос», она бывает, улетает, и это действительно какое-то невероятное что-то происходит с ней, потому что исполняет она действительно, ну, очень специфично, не похоже на остальных. Девушка участвует и во всех городских конкурсах и мероприятиях, ведь творческая конкуренция – это стимул быть лучшей. Диана хоть и гордится победой на престижном международном конкурсе, на достигнутом останавливаться не собирается. Ну вот, думаю получить диплом. Может быть, буду преподавать, может быть, буду выступать, на что очень надеюсь. То, что мне очень это нравится, хочу заниматься этим каждый день. Вот сейчас мне нравится за каждую возможность где-либо выступать, где-либо петь, хвататься. И я хочу, чтобы дальше так же продолжалось. Кто знает, может, эта юная волгоградская девушка покорит мировую эстраду и станет знаменитой певицей. Может, в будущем она достойно представит нашу страну на конкурсе Евровидения или выиграет на любимом многими шоу «Голос». Кто знает, какое именно будущее ждет эту девушку, но то, что она станет успешной, сомнений никаких нет. Анна Муслимова, Максим Мещеряков, «Вести 34».